Ну что, друзья, давайте поварим гречку. Масса способов в интернете. Я знаю всего лишь 4, о которых сегодня расскажу. Всем доподлинно известно, что гречка – продукт популярный в России. И все прекрасно знают, чем отличается коричневая от зеленой. Зеленая – это то, что собрано и высушено. Ее можно проращивать, поэтому она пользуется популярностью у тех людей, которые занимаются и, ну, используют правильное питание в своем рационе. Сыроеды, вегетарианцы, веганы, кто проращивает зерно для того, чтобы потом его употреблять в пищу с большим количеством витаминов. Значит, коричневая гречка – это прокаленная гречка, ее прокаливают под температурой, она уже мертвая. Ну, то есть, из нее росток не появляется, если ее замачивать. Она забродит, конечно. Возможно, из нее может сделать мисо-пасту какую-нибудь прикольную, что-нибудь какой-нибудь а-ля бульон, вернее, а-ля соевый соус, что-то перебрать. Ну, короче, можно что-нибудь с нее замутить. Но мы ее знаем как основной потребитель. Мы русские, и мы любим вот такую обжаренную коричневую гречку, правильно приготовленную, потому что это наше все. Норма. Стандартная. 1:2. Берем. Я не уверен, войдет в этот ковшечек у меня все или не войдет, поэтому я с опаской. Не полную чашку, да? Кто-то заморачивается, выбирает черные, нешелушеные зерна. Ну, можно перебрать ее там, да? У меня просто дешевая. Я купил ее там за 30 рублей, что ли. В общем, я не буду заморачиваться. Сейчас мы не про чистоту производителей, а про то, как варить гречку. Дозу сюда высыпаем и, конечно же, промываем. В отличие от гороха, гречку я предпочитаю мыть, потому что она гладкошерстная крупа, и мы видим, когда начинаем мыть, мы видим, как всплывают всякие там веточки и так далее. Вон, количество мусора там в дешевой гречке зашкаливает, ветки, палки. Ну и вода у гречки. Видите, она такая мутная, мусорная какая-то, много пыли и так далее. Это лучше, конечно, убрать. Для чистоты эксперимента я в сито ее буду откидывать для того, чтобы воды у меня было ровное количество. Так, воды две части. Одна часть гречка, две части воды. Тоже не полная кружка и две части воды. Все. Это первый, самый простой способ. Мы его знаем как способ, когда тебе говорят, отвари гречки. Ты такой, окей, все. Доводим до кипения, убавляем огонь, накрываем какой-нибудь крышечкой и засекаем 15 минут. Второй способ. Этот способ мне известен от людей, которые проработали в столовой. В ресторанах тоже используют эту технику. Но так как сейчас очень мало готовят гречку для гостей, хотел сказать на вынос, но говорю для гостей. Поэтому чаще всего ее варят на персонал. Но в этот же момент хочу напомнить, что технология немного другая. Немного другая. Берем полный кружец гречки. Здесь емкость побольше, поэтому я не боюсь, что у меня тут пересыпется или перельется. Промываем гречку. Теперь я ее ставлю на огонь. Нагреваю сотейник и начинаю сушить гречку. Значит, гречку сушим, пока не исчезнет вся вода. Эта гречка у нас закипела. Крышка условная, там я не говорю про герметику, еще что-то. Просто убираю на минимальный огонь. Засекаю ровно 15 минут. А здесь уже практически ушла вода. Есть теория, что вот сейчас вода уйдет вся, она начнет сохнуть. Значит, сохнуть это не самое важное. Важное то, что я добавлю небольшое количество масла, начну обжаривать. Ее нужно обжарить еще раз. Небольшое количество масла я вливаю прямо в сотейник. Ну там, около столовой ложки. И все, теперь обжариваю, помешивая гречку на растительном масле, ну, примерно 4-5 минут. И огонь у меня небольшой, поэтому я, в общем, ее как бы поджариваю. Считается, что если вот использовать такой способ, то по истечении времени варки гречка набухнет,
но не разойдется. Зерно останется плотным. Я не знаю, для чего это нужно. Теоретически я предполагаю, что ну для красоты картинки, да? Зерно набухшее, плотное, мягкое вроде бы, но в тот же момент довольно плотное. Ну хорошо, иногда так можно делать, пожалуйста. Что-то происходит с белками, да? Я такую технику встречаю не раз. Например, моя мама, когда делала домашнюю лапшу, она ее нарезала, потом раскладывала там на газеты или еще на какую-то бумагу, или на подносы, выносила в сени или на веранду, да, для того, чтобы она высохла. А после этого она ее на сухой сковороде жарила, без масла, на сухой сковороде. Так вот, после этого, когда вы делаете домашнюю лапшу, обжариваете ее на растительном, на сухой сковороде, до, знаете, появляются такие подпалины небольшие, после этого в мешочек, в сухой, все нахоронится. Вы варите куриный бульон, добавляете лапшу, она варится, и лапша может в бульоне находиться несколько дней, пока вы ее не съедите. Она не разбухает, как, например, там мы берем какую-нибудь магазинную обычную. В ресторанах имеют отдельно в заготовке отварную лапшу, а отдельно в заготовке бульон. Вместе никто не делает. Я думаю, что здесь она пропитывается маслом, прокаляется, перестает в себя, масло не дает так много воды вобрать в себя. Возможно, мое предположение. Если кто-то из вас знает более детальную историю, да, вы напишите, пожалуйста. Мне самому безумно интересно. В литературе ни в какой это не описывается. Нет, возможно, в учебниках по технологии пищевой промышленности для высших учебных заведений каких-то определенных авторов это и есть, но у меня в доступе этого нет. Вливаем теперь 1:2. Еще два способа. Это вот первый — просто сварить гречку. Это способ такой, я его называю столовский или ресторанный, когда ты вначале обжариваешь, потом доливаешь воду, и она варится. Третий способ — это когда вы пришли поздно домой, на завтрак хочется гречку, но вы встаете всегда в последний момент, и у вас нету часа для того, чтобы там что-то варить, 15-20 минут потом. Короче, что делаем? Вечером приходите домой, берете какую-нибудь емкость, насыпаете туда дозу гречки и вливаете две дозы крутого кипятка. Упаковываете в фольгу и оставьте здесь на плите, на столе, где угодно. Поставьте досточку, что эта штука нагреется. Все, вы утром проснетесь, и у вас будет вот такая гречка. Я ее еще и подсаливал в этот момент времени. То есть, получается, что за ночь она набирает в себя всю влагу, полностью становится рассыпчатой. Ну реально, вот она, просто такая довольно... Ну как довольно, просто рассыпчатая, я сюда не добавлял же ни масла, ничего, только вода. Получается, что можно и не варить ее вовсе. Соль — это только лишь для вкуса. Ну, четвертый, вы, наверное, уже сами догадались, это термос. Берете, насыпаете туда гречку, заливаете количеством горячей воды, приходите на работу, в поход или еще куда-то. Этой гречки хватает часа. Пока вы куда-то доберетесь, она здесь будет, мало того, что она будет горячей, она до сих пор еще теплая, прошло уже 4 часа. Я через час ее открыл и понял, что она уже готова. Быстро закрыл, чтобы не терялась температура. Вот что мы получаем. Представляете, вы берете с собой гречку, можно сюда добавить сразу же, когда вы насыпали сухую гречку, можно сюда добавить сразу же масло кусочек сливочного, например, да, рубленую зелень. Кто-то добавляет щепотку специй, лимонный сок по вкусу, каплю соевого соуса, чуть-чуть остроты какой-нибудь там, чили какого-то, устричного капельку, с устричным соусом, очень хороша гречка. И водичкой заливают, закрывают и тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Час, и она готова. Недавно я подписан просто на канал Антона Птушкина, бывшего участника, вернее, ведущего программы «Орел и Решка». Сейчас он сам тревел-блогер. Отличный канал, великолепные штуки снимает. Он популяризировал этот способ как бы для масс. Вот. Я, соответственно, когда смотрел его, один из последних блогов, увидел вот эту штуку и говорю, действительно, это же, ну вот мы очевидных вещей как бы не используем. Это все знают повара, там, не знаю, со своей поварской юности. Ну что, барсучата,
Дуся с Алисой у нас поклонники гречки. Почему? Потому что у них в рационе она очень часто. Гипоаллергенная крупа, и мы, как бы, там, по совету ветеринаров и диетологов, кормим их в том числе гречкой. Поэтому они, когда чуют, начинают сразу мяукать и ворчать. Так, вот это первый способ. Вот это второй способ. Я немножко, видите, дал попреть им. Что мы видим? Просто сварили гречку. Да, она вот такая вот. Просто сварили гречку. Ну, гречка как гречка. В меру разварилась. Аромат просто гречневый. Соль, по-моему, я сюда не добавлял. Да. Постная гречка. Конечно, если ее оставить с открытой крышкой горячую, она через какое-то время, остатки влаги уйдут, она подсушится. Так, второй способ. Вот смотрите, поближе поставлю. Вроде бы все то же самое, за исключением одного маленького нюанса. Вот эту гречку мы обжаривали. Варилась она точно так же. Немножко даже допарил. Вот смотрите. Видите? Разница. Она не разварилась. То есть некоторые зернышки, конечно, набрали воды и полопались. Она как бы мельче осталась. Как будто бы большая часть из них целая. При всем при этом она мягкая. Она не твердая. Что там за процессы происходят? Ну, из-за того, что она соленая, она вкуснее. Значит, гречка, которая была у меня в термосе, во-первых, он был совершенно герметичен. И вот она, знаете, она больше всех разварилась, хотя вроде бы казалось одинаковое количество воды. Видите? Это вот менее всего разварилось, это более всего разварилось. Ну, а это просто гречка. Ну, она вот, давайте, я сюда ее. Вот она точно такая же. Нет, не такая же. Вот эта гречка, она такая, более собранная. При всем она раскрылась, да. Но при всем этом, когда идет процесс кипения, то видите, чешуйки некоторые отходят от самого зерна. И она становится как будто бы не такой красивой. То вот здесь она зернышко к зернышку. Конечно, сейчас если перемешать, там тоже все поотойдет. Но вот она красивая остается. Итак, все четыре способа реалистичны, практичны. Практически одно и то же. Вот здесь у нас вкус, потому что масло немножко соли я добавлял. Птушкинский вариант самый разваренный. Ну, это обычная гречка. А вот этот такой, знаете, самый красивый. Замочили, пропитали. Да, и он, кстати... как бы это правильно сказать? Вот он самый плотный. Зерно плотное такое. И что-то мне подсказывает, что, наверное, он самый полезный. Потому что он тепловой обработке подвергается меньше всего. Мы залили кипятком, тепловой удар, а потом она начинает... Температура падать, а гречка начинает воду всю всасывать. Здесь-то у нас 100 градусов, 100 градусов, кипит. Здесь вообще держит, давай выдавливает из нее. Пользуйтесь любым из этих способов. Он вполне себе доступен для вас. Будь то это ночь, поставьте на ночь. Торопитесь, поставьте без обжарки. Не торопитесь, обжарьте, а потом сварите. Или когда вообще вам некогда. Вот сделайте так, по-птушкински, как делает Антон. Сокрутили к себе в машину или в эту. Доехали до работы, у вас все готово. Вот. Все очень просто, все доступно, понятно. До новых встреч. Лайки, репосты. Все, что доступно в ваших руках, пожалуйста, пользуйтесь.